Народ, всем привет! В этом видео хочу вам рассказать про такую вот интересную полноценную насадку. Это СДС насадка для перфоратора, для забивания гвоздей. Вот такая вот у нее конструкция. То есть она автоматическая, то есть с пружиной. Просто бомбейская вещь, классная. Прислал мне на обзор данную насадку Рустам Юсупов, видеоблогер, тоже конструктор, изобретатель, разработчик. Ссылка на его видеоканал у меня будет в описании к этому видео. А так вообще хотелось бы, конечно, продемонстрировать сейчас вам и испытать вот эту вот насадочку. Она цельная. Здесь под любой гвоздь 150-й, самый большой, я так понял. То есть она возвращается, то есть это и удерживает гвоздь. Вот что интересно. Самое интересное то, что себе никогда не повредишь руки, удобно забивать в потолок гвозди, да и вообще удобно. Сейчас мы ее проверим, посмотрим. Итак, народ, продолжаем. Вот я приготовил перфоратор для вот этой насадочки на СДС. Вот защелкивается. Вот, смотрите, вот так вот. То есть полноценная. Замечен аналог вот такой вот фишки, но неимоверных денег стоит. Есть такая насадка у фирмы Fischer, Германия, да, которая делает крепеж как раз анкерный. У них вот есть похожая насадка за 19 тысяч на официальном сайте. Это просто жесть. Дороже, чем перфоратор. Красивая, черная, забивающая анкерные болты. А это для гвоздей. И сейчас я покажу, как она работает. Переключаем в режим молотка и просто забиваем гвозди. Сейчас все приготовлю. Доску нашел вот такую вот. Вот так вот поставлю, положу. Приготовил гвоздики также. Сейчас вы не обессудьте, сейчас я быстренько все здесь как бы вам продемонстрирую. Так, это у нас доска вот такой толщины. Вот. Кусочек. Все подряд будем колотить. Гвоздей много. Вот я приготовил гвозди, это 150, здесь 120, а здесь и 120 тоже есть, 150, здесь пятерки, семерки, восьмерки. Вот он перфоратор, вот гвозди. С насадкой перфоратор. Насадка СДС, повторяюсь. Посадка СДС полноценная, вот с таким стволом, боек, пружина и хвостовик СДС. Вот гвозди. Сейчас по одному буду забивать. Так, берем вот этот вот 150. Вот сюда. Заряжаем вот сюда. Вот. Раз. Вот он торчит вот так вот. То есть принцип действия такой, что боек толкается перфоратором в трубке. И происходит забивание. Давайте еще раз. Ставится перфоратор, ставится в режим удара. Вот, смотрите. То есть вот. Вот так вот. Когда с магнитом, можно сразу наклонять перфоратор. И гвоздь не вылетает. Но в данном случае пока нет магнита. Продумывается вариант, как это дело доработать. Вот. Ну, пока придерживаем. Вот так вот прикладываю. Вот. И все. Нажимаю клавишу. Тут прикладываю. И пошло. Видите, 3 секунды. 3 секунды. Вот что произошло. Смотрите, вот он как забился гвоздик. Вот за подлицо. Смотрите. Вот видите. Не деформируется. Ничего с ним обратного не происходит. Самое интересное, что выбивать обратно тоже очень удобно. Вот что прикол-то в чем. Вот он, видите, забитый. Берешь, вот так вот одеваешь и обратно. Все. Вот он обратно. Раз. В 3 секунды ровненько ты его выбил. Ты его не согнул, ничего.
Все, вот. Ну и потом монтажкой, конечно, его додернуть надо. Так, давайте следующий. Гвоздь. Так, это был 150, теперь вот 120, смотрим. Ну, тот же самый эффект был. Вставляем. Его уже под 120. Так, вот, 120 уже не виден. То есть, вот он. То есть, насадка, как бы, самый большой гвоздь, это 120. Ну, 150 вот так торчит. Ну, ничего страшного. Вот. И вот так же прикладывается все. Так, видно? Ну-ка. Да. И вот, смотрите. То есть я даже не напрягаюсь, вообще жесть. Вот это класс, вот это супер просто, смотрите. Раз, ровненький гвоздик. Так, народ, вот я сложил несколько слоев досок. Сейчас я покажу, сколько. Вот столько. Вот, вот так вот, видно? Беру гвоздь. Вот, та же самая процедура. Вот. Ничего страшного, что длинный ролик получается в этот раз. Опять, конечно, может быть занудно, но зато подробно. Кому надо, вот, разглядит, кому интересно, заинтересуется, расспросят всегда, что это, что это. Вот, все схватило. Я немножко закосил, сейчас вот. Выровняю все. Секунду. Вот. Сейчас еще раз. Вот. Я. Все. Придавил. Вот следующий гвоздь. Ой, сейчас, секунду. Потерял. Следующий гвоздь. Тоже 150-ка. Загнал. Ориентир, кстати, того, что сколько забивается гвоздя по глубине, вот, вот это вот, вот он уровень. То есть можно привыкнуть потом и посмотреть, насколько вот сжалась пружина, да, настолько он и забился в итоге. Ну, потом можно измерить, можно здесь шкалу вообще себе выставить и будет со шкалой. Вот 120-й маленький. Вот, вот он за подлицо ушел. Сейчас мы его вот сюда загоним. Вот, когда она сложилась полностью, вот так вот складывается, это означает, что все, забит гвоздь по самую шляпку. То есть можно будет отпускать курок и дальше не долбить. Так, еще один. Тоже 120, еще разочек. Видите, я уже как бы смотрю ориентир, и видите, по ориентиру, то есть сразу показывается, что вот они гвозди, видите, вот они. Это саморез. Попытался его побить, не, он не поддается, саморез — это саморез. Гвозди, гвозди хорошо влетают, вот они. Вот. То есть я не придавил, вот в чем ошибка, еще не придавил эту доску, надо было его прижать. И она, конечно же, разошлась. Но так и любым молотком то же самое будет. Вот, допустим, смотрите, с руки. С руки. Рукой. Вот, просто тупо рукой. Одеваешь так вот. Вот. Смотрите. Все, я загнал. Загнал гвоздь. Приспокойненько. На весу. То есть забил гвоздь на весу. Вот это да, интересно, ты как. Обалдеть. Обратно теперь давай. Смотрите. То есть вот, пожалуйста, на весу его и выбил. Вещь, конечно, суперская, годная. То есть штукенция, я считаю, что она имеет право на жизнь в инструментальном мире. Вот, хотя как бы особо-то не эксперт никакой, но как юзер всяческих инструментов, вот я говорю, что это нужная вещь, и она
пригодится любому мастеру. Можно вот что сделать, сейчас, секундочку. Набил вот таким вот молотком, плотницкий. Молоток суперский, тоже американский, рафник называется. Переводится как мужлан, мужик или там мужичище. Вот так вот, рафник фирма. Таких как бы мало у кого есть. Это чисто американский молоток. Вот, вот подбил немножечко гвоздей, вон видите, да? Сейчас я приближу. Секунду, вот, приблизил. Вот, сейчас вот этой насадкой можно просто пробежаться и спокойненько их все загнать. И посмотрим, как это будет выглядеть. Смотрите. Раз, подошел. И все. Ну то есть вот таким образом вот позабивал гвозди себе спокойненько. Не надо бомбить, то есть просто нажал и все. Конечно, ну вот этот молоток этот никто не отменяет, никто не говорит, что там надо там без него уже обходиться. Нет, он тоже понадобится. Но вот это как вспомогательное средство или как основное тоже очень-очень-очень суперская вещь. Одной рукой можно работать, можно забивать, можно выбивать обратно. Самое интересное, что и кривые гвозди тоже можно забить приспокойненько, и он их сохраняет, как бы, ну, гнутые. Такие гнутые простым молотком особо ты не позабиваешь, они там уже в согнутых местах опять норовят согнуться. А это вот сохраняет, трубка позволяет. Все, ребят, на этом спасибо. Значит, смотрите, дождь просто неимоверный. Все, всем пока. Все, все убираю, складываю. Надеюсь, вам всем понравилось. Ставьте свои лойсы и подписывайтесь. Кому интересно, спрашивайте, что это, чего это. В комментариях расскажу. Огромное спасибо Рустаму Юсупову. Еще раз напоминаю, ссылка на его канал у меня под этим видео в описании. Заходите и добавляйтесь друг к другу в друзья. Всем пока!